Специальным гостем саммита в этом году стал профессор Торбьорн Нетланд, член Глобального совета будущего развития промышленности Давосского экономического форума. Он рассказал об исследованиях по повышению производительности труда в тесном сотрудничестве с глобальными компаниями. От Краснодарского края участие в саммите приняли 15 муниципальных образований, среди которых и Сочи. Сегодня мы являемся одним из основных участников национального проекта. То есть у нас в крае создан региональный центр компетенции, который работает точно с каждым предприятием по повышению производительности труда. Сегодня мы разрабатываем ряд системных мер. Это и льготные займы для не только участников программы производительности труда, но и предприятий, которые самостоятельно реализуют именно программы, которые сами разрабатывают. За время проведения саммита выступит 30 спикеров, в том числе международные эксперты в области бережливого производства и инноваций. Сейчас очень востребованы современные подходы по оптимизации производственных процессов. Мы понимаем, что краткосрочные успехи – это, знаете, больше для рекламы. То, что касается действительно практики и развития бережливого производства, это всегда долгосрочные стратегии. И именно занимаясь этим в долгосрочной перспективе, нам, конечно же, интересно смотреть за современными тенденциями, общаться с коллегами и быть в курсе новостей.